Большинство покачевцев в этом году будут наряжать искусственные ели. Таковы результаты опроса, который в преддверии Нового года провели сотрудники администрации города. Почти 70% предпочли зеленую красавицу, изготовленную из полимерных материалов. За живую голоса отдали 15% граждан. Кстати, елочный базар в Покачах уже работает. Купить уже срубленное дерево можно в лесничестве по адресу Промышленная, 15. Также есть возможность приобрести талон на вырубку. Напомним, что самовольная и незаконная рубка – это административное нарушение. За него предусмотрен штраф.